атака сборной Молдавии. Окузанов Якуб набирает скорость. Ответ турецкой сборной. И на какой скорости Окузанов нужно делать передачу. Пошла на Эмре. Эмре! Ворота пустые. 1-0 на 14-й минуте забивает сборная Турции. Ну, на каких-то космических скоростях развивалась эта атака. Ну и самый молодой, самый даже юный, самый талантливый турецкий игрок Эмре Мор забивает за национальную команду исторический мяч. Вот как Огузан здесь атаку разогнал. Ну вот, пожалуйста, вам и диспетчер. Конечно, молдавская оборона не выдержала. И впервые, побежав в атаку, большими силами молдаване просто не успели вернуться назад. И допустили несколько очень грубых ошибок. Вот самое главное, пожалуй, это...